Привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать об обалденном рецепте маринада, который прекрасно подходит для жарки любого мяса. С ним получается очень красивая такая сочная корочка, и мясо внутри остается нереально сочное. Весь сок от мяса сохраняется, оно получается внутри вот такое вот блестящее и вкусное и на второй, и на третий день такое мясо. Подходит для курицы, для индейки, для кролика, для свинины, для говядины, в общем, любое мясо, которое вы любите жарить. Делается все очень просто и 100% вам понравится. До килограмма мяса нам понадобится 2 яйца и 2 столовые ложки крахмала. Это основа. Благодаря ней полностью весь сок из мяса остается внутри, запекается корочка. Также уже дальше идут специи ваши по вкусу. Можно добавить чеснок обычный, просто измельченный, но я предпочитаю добавлять сухой чеснок. И в этот маринад, именно в этот раз, добавляю сухую горчицу, собственно, чеснок, разные специи по вкусу, включая перец, паприку и немножечко просто разных специй для курицы. И, конечно же, соль по вкусу. Все хорошенечко перемешиваю и оставляю немножечко мяса промариноваться, желательно хотя бы на часок, чтобы оно внутри, если кусочки большие, хорошо промариновалось. И выкладываем затем на раскаленную сковороду, для того, чтобы сразу схватилась у нас снизу корочка. Затем мяско переворачиваем и накрываем крышкой, для того, чтобы оно полностью внутри проготовилось. Я еще люблю перед накрытием крышкой на мяско сверху положить вот так вот лучок, чтобы сок с лука еще вниз побежал. Это очень вкусно и ароматно получается. Накрываю крышечкой, и тушится это мясо до готовности под крышкой. Получается нереальная вкуснота, мясо очень сочное и очень вкусное. Делается все, как вы видите, вообще элементарно, и я уверена, что у вас все получится. Обязательно подписывайтесь на канал, с вами, как всегда, был Кекс. У меня очень много крутых рецептов, которые у всех получаются. До новых встреч, пока-пока!